Пожар площадью более 3 гектаров возник на территории Тевердинского национального парка. В тушении пожара, по данным республиканского МЧС, задействованы в общей сложности более сотни человек, десятки единиц техники и два вертолета Южно-авиационного спасательного центра МЧС России. Очаг пожара лесистой местности на территории Домбайского участкового лесничества был обнаружен еще вчера около 18 часов. Гореть начала лесная подстилка из хвои. Работы по ликвидации начались 30 августа, на ночь были приостановлены и возобновились сегодня утром. 29 и 30 августа спасатели уже ликвидировали один очаг возгорания на территории Гоночкирского участка Тевердинского нацпарка. Все туристские маршруты закрыты в связи с высокой пожароопасностью. Группировка сил продолжает работу по тушению лесного пожара в Тевердинском национальном парке. Происходит горение и тление лесной подстилки в горной местности на площади 3,9 гектара. Двумя вертолетами Ми-8 МЧС России произведено 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. На месте продолжает работу группировка сил и средств под единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации 132 человека, 34 единицы техники. От МЧС России 34 человека, 9 единиц техники. Напомним, что в ближайшие дни в северных и южных районах Карачаево-Черкесской республики местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса в большинстве районов.